Здравствуйте! Вы смотрите программу «12 созвездий». Какой прогноз подготовили астрологи с 30 октября по 5 ноября, узнаем прямо сейчас. На этой неделе свои дни рождения празднуют представители знака зодиака «Скорпион». Подробнее об этом созвездии расскажет астролог Янина Балашова. Скорпион – сложный и загадочный знак. Для людей, родившихся с 24 октября по 22 ноября, характерны внутренняя напряженность, впечатлительность и скрытность. Скорпион считается женским знаком зодиака, стихия воды, наделяет представителей созвездия сильной интуицией. Эти люди любят деньги, но их кошелек постоянно пуст. Скорпионы – настоящие исследователи, проявляют интерес к оккультизму и йоге. Из скорпионов получаются замечательные научные работники. Они любят докопаться до истины. Также это хорошие химики и хирурги. Планеты-управители – Плутон и Марс. Камни, приносящие удачу – это аквамарин, коралл, карбункул и гранат. В начале ноября на овнов будут очень сильно влиять события прошлого. Вам предстоит снова поднять вопросы, которые не были решены ранее, возобновить какие-то имущественные споры. Возможен возврат к тому, от чего вы какое-то время назад отказались, не желая идти на конфликт с кем-то из окружающих. Тельцы в ближайшие дни будут тонко чувствовать людей, которые находятся рядом. Для вас не составит труда представлять себя на месте собеседника, посмотрев на мир его глазами. Благодаря чему вы будете прекрасным слушателем и не менее прекрасным рассказчиком. На этой неделе у вас будет очень развита интуиция и творческие способности. А вот логические выводы и расчеты будут даваться тельцам с огромным трудом. На этой неделе звезды советуют близнецам посетить салоны красоты. Все процедуры будут удачны, вы преобразитесь в лучшую сторону. Будете ловить на себе восхищенные взгляды противоположного пола. Самое время устроить романтический ужин при свечах. Раки на этой неделе почувствуют на себе влияние планет, что принесет гармонию в отношениях с близкими. Во вторник и среду будьте внимательны к финансовым вопросам. Возможны небольшие непредвиденные расходы. В выходные вам стоит посетить культурное мероприятие или экскурсию. Это поможет расслабиться и получить новые впечатления. Общение и информация необходимы львам как воздух. Чем больше вокруг вас людей, тем лучше. Причем не так уж важно, друзья это, коллеги или посторонние. Вы со всеми найдете общий язык. Благодаря коммуникабельности есть шанс завести полезное знакомство, новое хобби или стать обладателем нужной информации. Девам эта неделя принесет множество идей и вдохновения. Это отличное время для творчества. В выходные могут возникнуть неожиданные задачи на работе. Но благодаря вашей организованности все будет выполнено в лучшем виде. Весы будут находиться в центре внимания лиц противоположного пола, что будет вдохновлять их на новые подвиги, на развитие карьеры и творческие проекты. И еще астрологи советуют, если будет возможность, то обязательно отправляйтесь в далекое путешествие со своей второй половинкой. А если ее пока нет, то поездка станет хорошим шансом найти себе пару. В скорпионах на этой неделе проснутся лидерские качества. Вы будете быстро принимать решения и умело организовывать окружающих. Не сомневайтесь, коллеги поддержат вас во всех начинаниях. Звезды обещают стрельцам на этой неделе можете рассчитывать на профессиональный рост и повышение зарплаты. И еще один совет от астрологов. В начале ноября не принимайте решения слишком быстро. Постепенно все встанет на свои места.
Звезды рекомендуют Козерогам в начале ноября показать свои профессиональные навыки и умение работать в команде. Будьте открыты новым возможностям и не бойтесь проявлять инициативу. Ваше природное обаяние поможет успешно договориться о выгодном сотрудничестве. Неделя обещает порадовать водолеев приятными сюрпризами. Удача обещает быть на вашей стороне, особенно в финансовой сфере и в личных отношениях. В начале ноября, возможно, хорошая прибыль, удачные покупки, подарки или романтические встречи. На этой неделе звезды советуют рыбам заняться благоустройством собственного дома, квартиры и придомовой территории. Это отличное время для покупки мебели, а также любых других предметов интерьера. Вот такую неделю обещают нам звезды. С вами была Наталья Буслаева и программа «12 созвездий». До новых встреч и будьте счастливы!